Всем привет, с вами снова Филуранис. Мы продолжаем играть в... Сука, где встать-то здесь? А, в Властелин колец Нарад модом. Это будет у нас 3 на 3 комната с новичками. Ну и правда, по-моему, кроме Хёрта я никого раньше не встречал. Что за Мирза, Гогга и там все остальные, что в геймрейнджере, что здесь, я хз. Давайте, наверное, возьмем случайную. Команда у нас будет первая. Только не помню, что за гробницы Карны. Темненькая, по-моему, вся такая карта. Так, против нас Рохан, Лориан и Изин. С нами Гондор. Ну окей. Главное, что я с краю. Поехали. Посмотрим, что это за новички, потому что я уже, по-моему, не раз говорил. Обычно я как-то зашел в комнату тоже с новичками, бля, ебашь только так. Если новички так играют, я боюсь представить, как играют Супер Про. Ну что все скидывается-то? Случайно Рохан Изин. Рохан. Рохан у них, бля, против меня будет. А я кто? А я гном. Отлично, слушайте, давненько за них не играл уже. С нами тоже Изин, Гондор и гном. Ну, у меня 25-ки зато мощный не будет. Особо. Не саппортнем. Ну, чего? Готовь, я ужасно устал. Сейчас построим. Что громко-то? Так, а вот как играть? Это я что-то хз. Наверное, в варчант будем. Есть, нет, вроде пока. Готово. Что строим? Здесь строить нельзя. У нас куча работ. Начнем строить. Ох, как все запущено. Да, да, точно. Надо вот в это выходить. Быть готовыми к давке. Потому что, скорее всего, будет конина. Так, здесь, наверное, что-то есть. По-моему, варги там написано было в описании. Настоящий каменный клад. Ну ладно. Давай поработаем. Чё там? А ну и о, чертог воинов! Что строим? Уходим! Сделано с любовью. Сейчас построим. Ранга, это что порядок. Строим? По местам. Вперед! Держать строй. У нас куча работы. Двигаемся. Ну, давай. Отлично. Ну, начали. Ранга, строить. Готов. Обнаружены варги. Да, вот варги. Правый, вперед. Ну и отлично. Атаку! К оружию! На самый лучший каменный кладка. Держать строй! Побег в бою! Да, варку сносить. Дальний огонь! Сокрушить! Руки закажем. Ну ладно. Мы пришли. Строим. Подай оружие. Следуйте за мной. Готовь. Берегись. Вперед! Сюда идут враги.
Мы готовы. Хуя, к битве. Я уже налепил их. Сомкнуть ряды! Как насчет подраться? Бегут, как от мы готовы к битве! Будьте настороже! Вас атакуют! Нас куча работ! На работу! На самый лучший камень! Теперь это наше! Ничего не выйдет! Надо найти место получше! Что, это все? Равнять? Но вы вперед! Тут дел не подчет! Нас побегут, как от пожара! Куда побежал? Ну, чего? Стоять. Враги атакуют! Здесь строить нельзя. Чё? Кто? Фаланга строить? Лагерь врагов! Так, там лучники будут, да? Что? Пехоту играть. Ящик камень! Тут дел не початый край! Нам выровнять? Окей. У нас куча работ. Ну, начали. Отомстим за Балина! Ха-ха! Получи! Бля, слейте хоббит, ты уже заебал. Держаться, Бали! Пацаны до сих пор держатся, неплохо. Бей слабаков! Как насчет подраться? Вы пришли! Не-не! Что вы? Пора идти! Это все? Чертов своим готов! Да, так сойдет! Готовь площадку! Будьте настороже! Будьте настороже! Новый, сюда! Мы готовы от к битве! А вот и мы! Когда в бой? Глядите, вражеские не останавливаться! Будьте настороже! Повели! Прорвать кольцо! У меня перерыв! Сейчас посмотрим! Готов! Враги атакуют! Будьте настороже! Так, давайте пишу хилочку. Вы пришли! Вы пришли! А враг дрожит! Что строим? Готовь площадку! Подай оружие! Келунус, не будем строить. Сейчас разберемся. Тут дел не початый край. Новый к оружию! Они не пройдут! Как насчет подраться? Нормально, прошу меняемся. Так, это вроде наш. Здесь. От нас побегут, как от пожара! Надо быстрее выигрывать своего, видимо. Готов! Вы лучшие мастера! Что строим? Враги! Враги пришли! Начнем строить! Будьте настороже! Всех хватит! Все запущено! Конница, точно! А там вы знаете, кто дел непочатый край! Каннинг поехал! Вы пришли! У нас самый лучший каннинг! У нас куча работ! Так, там Каннина, хорошо. И оружию! Сейчас посмотрим! Так. Ну и копим на давку. Это лагерь врага! Бей по головам! Ладно. Мы пока еще живы. Так, кто нам нужен? Нам нужен Двалин по-хорошему. А лучше Вален. Фаланга — это порядок! Фаланга — это порядок! Что приказание? Вперед! Левой! Левой! Отточить. Тогда в бой! На местах! Будьте настороже! Готовь! Вот Ногу. Они! На врага! Поймену! Вперед! От нас побегут, как от пожара! Мы в опасности! Хорошая башня! У нас самый лучший камень! Строим! Равнять! Нас атакуют! Левый! Левый! Внутри!
фланга смирно! Стим завалено! Что приказали? Внутрь ряды! Ухил крана. Мы готовы к битве! По местам! Так, Балин. Остальное пока не хватает. Ладно. Это Дармину! Оружие! А вот и мы! Отходим! А, вперед, храбрецы! Мы лучшие мастера! Сейчас построим! Марс! Ага! Внутри ты! Никто не устоит перед нами! Скорей! Обнаружен вражеский лагерь! Что вы? Будьте настороже! Они не пройдут! Фаланга смирна! Побегаю! Вперед! Внутри ты! Марш! Вы пришли! От нас побегут, как от храбрых! Наконец-то! Что ж, окружит наши постройки! Сейчас разберем! Опять враги! Ясно. Нам не хватает ресурсов! Враги атакуют! Фланга строить? Аймену! Рабочий! Фай! А вот и чую запах врага! Нормально, ух, Внутри ты! За врага! Марш! Защищайте лагерь! Оружие! Мы лучшие мастера! Сейчас построим! Окей, так, руки. Что приказали? Вот. Приготовьтесь к драке! Я хочу увидеть врага! Так, самое главное, вышку держи. У нас самый лучший камень! На работу! Прихлопну, как мух! Хача, дай меню! Фланга это в нас побегут, как от пожара! Фланга это в стену! Вас атакуют! Уже хуйня появилась, неплохо. Внутри ты! Копейщики. Не важен рост, важна отвага. Так, что союзники? Тут вроде нормально все идет. Оружие! Готово! Спину, конечно, от нас! За мной! Ну почему мы все время бежим? Лучшие мастера! Сейчас построим! У нас куча работ! Растопали! Не важен рост! Хорошо, что его здесь будут уходить, будем все ломать нахер. Так, тут наш тащит, этот, блядь, на базе сидит. Хорошо. Его тоже не ебут, поэтому все нормально. А так сойдет. Рабочий. Готовься к смерти! Сейчас я укорочу тебя на голову! Что приказали? Атаку! Да, готов! Приготовьтесь к драке! Все люди leben verdienen den Tod. Und manche, die sterben, verdienen das Leben. Geh zurück in den Abgrund! Stürze zurück in das Nichts, das dein Herrn und dich erwartet! У нас куча работ! Ein Palantir ist ein gefährliches Werkzeug. Чего мы ждем? Оружие! Так, это наша, у нас помощь нужна. Не важен рост, важна отвага. Оружие к бою! Так, давайте похерачим Торина, наверное. Мы видим их крепость! След за Торином делаем. Чего мы ждем?
Нас атакуют издали! Это что за хуйня поехала? Мне экономику ломать, да? Неплохо, неплохо, да. Идем шагом! Крепость марш! Мы лучшие мастера! Начнем строить. Ох, как все запущено. Защищайте руки! Лучше тебе не злить, Люди, гнома. Бою! Русы, они слишком далеко. А? Прощайся с жизнью. Гномы, собирайтесь на битву. Наши силы и без того велики. За мной. Что-то их маловато. Ох, как удачно мои вышли. Я пойду первым. Марш! Равнять! Слушайте меня! Вперед! Лучше тебе не злить, гнома! Es gibt viele Mächte auf dieser Welt, die für Gutes oder Böses stehen. Меня враги атакуют! Строим! Держать строй! Готово! Мы лучшие мастера! Я жажду битвы! Рублю на куски! Вперед! Превосходно! А где у крепости, кстати? Нас атакуют издали! Он что, крепость свою сломал, блядь? Глядите, вражеский лагерь! Реально, а где его крепость? Рублю на куски! Ой, ты вот, а, вот. Берегись, сюда идут враги. Чертог воинов улучшит. Чертог воинов улучшит. Кузнецо построй. А, мы идем на войну. Я пойду первым. Сюда. Первым. У нас самый лучший камень. Оружие. Готовь плачащие каменные клад. Где будем строить? Уже идем! Отважные гномы! Мы идем на войну! Не важен рост, важна отвага! Поторопимся! Союзных помощь даже нужна. Отмет летать от фрешилов, мой фронт! Вы улучшили плавильник! Новый к оружию! А так сойдет. Ihr seid nicht allein in diesem Kampf. Я жду. Вперед! Сюда! Я пойду первым! Die Schlacht um Helms Klamm ist vorüber. Unser Feind ist bereit. All seine Kräfte sind versammelt. Вот они! Ну почему мы все время бежим? Hast du das gesehen? Ich wurde zurückgeschickt, bis meine Aufgabe erfüllt ist. Я жду. Я готов. Так, носцев апгрейднем. Я жду. А? У нас слишком много воинов. Seid vorsichtig, was ihr sagt. Die Schlacht um Mittelerde hat erst begonnen. Стоят! Я готов! Поторопимся! Eins muss euch gewahr sein. Dinge geraten nun ins Rollen, die nicht aufzuhalten sind. Krieg zieht herauf. Der Feind drückt gegen uns vor. Wir müssen wissen, wo er zuschlägt. Что?
начали. Мы лучшие мастера. Сейчас разберемся. Что-то валится с неба. Маркс фон Мордор ist das Tageslicht zuwider. Приготовьтесь к драке. Быстро. Сюда. Эту штучку сломать можно. Это лагерь врага. Чем можно, в принципе, здоров дойти. Чтоб всегда выручка. Хорошо. Eins muss euch gewahr sein. Dinge geraten nun ins Rollen, die nicht aufzuhalten sind. Не важен рост, важна отвага. Раскопали! Ну почему мы все время бежим? Nun atmet wieder die frische Luft, mein Freund. Я хочу увидеть врага. Катапульта разнесет все в пыль. Красавица, правда? А сюда видим как. Я жду. Aber wir haben trotzdem noch Zeit. Zeit genug, Sauron zu bezwingen. Es gibt Dinge, um die ich mich kümmern muss. Я готов. Нас атакуют! Вперед! Осторожно! Ты ее поцарапаешь! Может быть, еще вот там попал? Я что-то херово знаю. Меня обычно не ломают. Истребите всех без пощады! Понравилось? Растопали! Катапульта разнесет все в пыль! Раз, два, взяли! Ich bin bereit. Так, Ури, иди сюда. Настоящий каменный. Давай поработать. Добра. Да, так сойдем. Вот союзник пусть стреляется. Я жду! Es gibt viele Zauberringe auf dieser Welt und keinen davon sollte man leichtfertig benutzen. Враги атакуют! Хотя я бы это лучше на изин приберег. Я готов! Этой штуки боятся даже драконы! Час битвы близок! Я? Я-я. Так, давай, давай. Das übernehme ich. Боечек, я бы не сказал, что прям потерял. Ich mach! Вы улучшили плавильник! Aber wir haben trotzdem noch Zeit. Zeit genug, Sauron zu bezwingen. Viele, die leben, verdienen den Tod. Und manche, die sterben, verdienen das Leben. Ich bin ein Diener des geheimen Feuers. Враг поверх! Появилась новая сила! Победа! Будет за ней! Ebenso wenig zu früh. Er trifft genau dann ein, wann er es beabsichtigt. Ja, готов! Palantir ist ein gefährliches Werkzeug. Seid vorsichtig, was ihr sagt. Wartet ein Minu! Не важен рост, важна отвага. Ah, отлично. Seit 300 Menschen leben bin ich nun schon auf dieser Erde. Und jetzt habe ich keine Zeit mehr. Es gibt nur einen Herrn des Ringes. Я поведу вас в бой. Er allein vermag, dass der Ring sich seinem Willen beugt. Ihr seid nicht allein in diesem Kampf. Ich bin ein Diener des geheimen Feuers. Ein Zauberer kommt nie zu spät. Ebenso wenig zu früh. Er trifft genau dann ein, wann er es beabsichtigt. Опять выходит через жопу. Ой, больно.
Ну, так понимаю, в центре Изин все-таки выигрывал, но не в... прям в Изях. Все, да, мы выиграли. Наш Гондор проигрывал, и я выигрывал. Ну, у нас, получается, пачка и так сильнее была. На Морса вышли. И все нахуй повыходили в пизду. То и я пойду нахуй, все равно это победа. Красненький тоже неплохо пёр. Ой, ОС-очка классная. Не такая классная, как, например, у Ривендова, но тоже сойдет.